Вот это же поздравление. Тебе большая душа. Тебе уровень дать? Да, дай, дай, пожалуйста. Таня, ты же из Минска? Нет, я не из Минска, я из Гомеля. Я не понимаю, почему все думают, что я из Минска. А, забыла. А ты откуда? Я тоже забыла. Ну все, в принципе, я накрасилась. А губы? Не, я редко крашу губы. Мне вообще рябные глаза нет. Блин, так шикарно. Спасибо. Спасибо, Артём!
будто еще что-то хотела сделать, но немножко не помню. Оксана, привет! Как твои дела? Привет, нормально, ваши как? У меня все хорошо. Как там? Как твое здоровье? Как твое состояние? У меня кошка приколистка, конечно, трындец. У нас, короче, в коридоре, в прихожей, стоит шкаф-купе. И она, короче, научилась лапой открывать дверь. И она все время эти двери просто в разные стороны, и она меня всегда пугает. Как будто я не рожала, все. Ты уже родила, поздравляю тебя, я же не знала. Когда? Как давно? Ну-ка, ты такие, да. Такая уже, конечно. Как я могу Молодец, поздравляю. Отмучилась, так сказать. Как вообще оно? Как прошло? Я так понимаю, легко как-то, да? Было тебе. Быстро все за 3 часа. Это круто. Молодец. Ну, ты такая боевая, поэтому все быстро прошло. Все хорошо будет, но тут не надо. Да, спасибо.